Тем временем в Одесском регионе продолжается борьба с пандемией. В Киевском районе города открылся второй центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также филиал университетской клиники Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Создание социального проекта инициировал лидер Украинской морской партии, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Подробнее о материале наших корреспондентов. Ухудшение эпидемиологической ситуации привело к тому, что появляется все больше желающих сдать тест на коронавирус. По инициативе лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одессе открыли второй центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также филиал клиники Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета на базе современного медицинского центра. Теперь уже в Киевском районе города по адресу улицы Академика Вильямса, 59К. Отныне еще больше одесситов смогут бесплатно пройти тестирование на наличие в организме антител коронавирусной инфекции и получить иммунный паспорт одессита. Этот документ вводится сегодня в ряде стран. Наличие иммунного паспорта одессита позволит избежать необоснованной самоизоляции и вернуться на работу, безопасно посещать публичные места и выезжать за границу. Так я хочу подчеркнуть, что иммунный паспорт мы выдаем бесплатно. За этим перспектива. Потому что я еще раз подчеркиваю, что это необходимость. Паспорт здоровья. Если не нравится выражение «иммунный паспорт», давайте будем называть это «паспорт здоровья». А паспорт здоровья у каждого должен быть, особенно сейчас, в это время. Инициатива почетного гражданина города Одесса Сергея Кивалова, лидера Украинской морской партии, который стартовал в апреле месяце, когда начиналась пандемия коронавируса в Украине, показал свою успешность. И тот проект, который был реализован в Приморском районе, уже сегодня требует расширения. И сегодня мы видим открытие еще одного подразделения университетской клиники Международного гуманитарного университета как базового учреждения, которое осуществляет тестирование и медицинское консультирование врачей гражданам Одессы, жителям Одессы, которые хотят получить результат тестирования с выдачей иммунного паспорта одессита, что является сегодня, наверное, одним из наиболее актуальных документов. Суть иммунного паспорта одессита заключается в том, что человек, переболев или перенеся бессимптомно коронавирусную инфекцию, сдает тест на антитела и при их подтверждении получает соответствующий документ. Стать обладателем этого документа теперь можно в двух медицинских центрах – в Приморском и Киевском районах города. Это социальный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова. Мы же открыли вот этот филиал нашей университетской клиники не для галочки, не для того, чтобы отчитаться в министерстве. Мы это делаем для населения нашей страны, для Киевского района в частности. Посмотрите, хороший медицинский центр, подготовили его, сделали филиал университетской клиники. Я благодарен всем, кто поддерживает это направление. Я благодарен и губернатору нашему Куцуму Максиму Васильевичу. Я благодарен и министру здравоохранения Степанову, который знает о нашем центре и всячески поддерживает развитие университетского образования, университетского лечения. Это самое передовое. Расширение сети филиалов позволит сделать тестирование более доступным и комфортным. Прием в центре будут вести докторы и кандидаты наук Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Ежедневно здесь смогут осуществлять тестирование около 50 человек. Киевский район достаточно большой, и здесь практически все медицинские учреждения, которые оказывают эти услуги, они платные. И иметь такую возможность получить бесплатно такую консультацию и прийти к врачу, просто поговорить о том, что есть ли сомнения, как это. То есть это очень морально ответственно для людей. Быть уверенным в том, что он не больной, что он может ходить и не заражать других людей. Сегодня первая партия, это морская партия, которая сделала такой шаг, и который пошел шаг навстречу населению Одессы, которая дает такую возможность получить такую бесплатную помощь. С понедельника по пятницу с 10 до 15 часов одесситы смогут обратиться на горячую линию колл-центра по номеру телефона 048 73 656, а также 097 62 62 121 и получить комплексную консультацию врача в онлайн-режиме, а также записаться на прием и пройти полное обследование. Онлайн-запись для каждого посетителя будет осуществляться таким образом, чтобы избежать очередей в клинике.
Раньше мы, вот помните, когда только началась паника, куда идти, больные, не больные. Сегодня это можно спокойно позвонить по телефону, записаться на прием к семейному доктору. Если он определит, что вам необходимо сдать тест на коронавирус, то он в присутствии семейного врача приходит и сдает это все бесплатно. В случае выявления болезни врачи следуют инструкции, утвержденной Минздравом. При необходимости больной будет госпитализирован с соблюдением всех условий безопасности. Принимали мы каждые полчаса для того, чтобы разграничить, не было очередей, не было толпы, чтобы людям сделали тест. Человек ушел и не пересекается со следующим пациентом. Также здесь организована работа для посетителей клиники, отдельный вход. Для людей, которые пришли на тестирование, отдельный вход. То есть люди не соприкасаются, не пересекаются. Это очень удобно и безопасно. В конце выдаем иммунный паспорт одессита, который человек может потом использовать, например, при трудоустройстве, либо при, если ему нужно, например, на оперативное вмешательство куда-то в клинику, на какое-то обследование. Он может получить заключение и с этим документом обратиться в клинику, либо куда необходимо. На базе медицинского центра «Медиаком Плюс» также успешно функционирует кафедра внутренних болезней Одесского мединститута Международного гуманитарного университета. Центр оснащен новейшим оборудованием. Студенты имеют возможность проходить тут практику и с первого курса учиться работать с современной техникой. Напомню, ранее для работы Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также университетской клиники Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета было закуплено 10 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции от мирового лидера по производству различных тест-систем. Также приобрели 5000 тестов на наличие антител в организме. Все эти тесты также имеют знак качества Евросоюза и одобрены Минздравом. На базе клиники создано отделение интенсивной терапии, которое оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких и другим жизненно важным оборудованием. На базе клиники проходят обучающие курсы для врачей-анестезиологов по работе с аппаратами ИВЛ. Для этого у Международного гуманитарного университета есть соответствующая лицензия. Также действует отделение физиотерапии. Всего за 3 месяца центр и клиника провели более 6000 тестов, что позволило своевременно выявить инфицированных горожан, принять необходимые меры и не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в городе Одессе и Одесской области.